Сейчас уже можно сказать, что прошли отчеты перед заселением, где граждане в целом позитивно оценили нашу работу за 5 лет. Многие обратились ко мне с предложениями принять участие в выборах. Вы, уважаемые друзья, сегодня тоже многие, кто прямо спрашивает, кто прямо требует, как определиться. И я говорю, что я определюсь до конца первого квартала. И сегодня именно перед вами самыми активными, наверное, жителями нашего города, лучшими людьми нашего города, я хочу объявить, что я приму участие в выборах главы города.